Здравствуйте, товарищи! Сегодняшнее наше занятие посвящено рассмотрению вопросу о суждении как определенности понятия. То есть, конечно, в этом смысле вот, нельзя вполне понять. Ну, во всяком случае, тем не менее, широко это ладно, еще, так сказать, неправильно излагают, там, скажем, позицию Ленина, что вот он говорил якобы, что нельзя понять капитал Маркса, и приписывает ее, так сказать, и тем, кто участвует в работе нашего кружка. А есть такие люди, как Кравецкий, которые говорят, что вообще это ничего не нужно, это вот диалектикой заниматься, она не нужна. Хотя, как мы понимаем, это серьезное такое выступление, которое означает, если диалектику подрывает, то подрывает тем самым и политэкономию. А если диалектику и политэкономию подорвать, а вот эти три составных момента всего, так сказать, всей теории марксизма, они улетают, потому что как, а что такое научный социализм без политэкономии и без диалектики, без философии? Ничто. Вот, вот поэтому, значит, по инициативе товарища Жукова Клима Александровича мы, значит, такое выступление сделали на канале товарища Пучкова «О тупичке Гоблина». И по итогам вот этого выступления вышла еще и книга. Книга посвящена вообще марксизму, актуальный марксизм называется. Только что вышла, еще я еще необходимое количество экземпляров не получил. Как получу, я всем присутствующим членам кружка обязательно принесу. И вот последний раздел, он как раз посвящен этой самой дискуссии и заканчивается тем, что товарищ Жуков говорит, да, вот такая история с диалектикой, а также с ее друзьями и теми, кто не очень с ней дружит. И я последнюю фразу употребляю, то есть врагами. И то есть те, кто является врагами диалектики, те, конечно, и враги марксизма. Как бы они там ни раскрашивались, или они какой-то розовый придумывают марксизм, или творческий марксизм, но если они не знают глубинных основ марксизма, понятно, что это не настоящие марксисты, бумажные марксисты, липовые марксисты и так далее. С другой стороны, конечно, изучение науки и логики это требует, сказать, известных усилий. Вот эта книга, о которой я говорил, здесь такие разделы. Почему марксизм, о марксизме как науке, марксизм и пенсионная реформа, о диалектике социализма, о друзьях и врагах диалектики. И эту книгу сейчас можно заказать в любом, так сказать, интернет-магазине, и у нас продается в буквоеде. Так что тираж 4000, ну, в данный момент не представляет собой какую-то музейную редкость. И можно только поблагодарить издательство за то, что оно активно содействует работе нашего кружка. Это большое дело. Если кто говорит, что нам только все мешают, ну, я бы так не сказал. Мешает все тому, кто еще не знает, куда идет. А если вы знаете, куда идете, вам все помогает. Вот. Тому, кто плывет, всякий ветер попутный. Ну, в том числе и вот выступления Кравецкого, они только подчеркивают важность изучения диалектики. Что если появляются люди, которые, так сказать, пытаются как-то затоптать или там очернить диалектику, они видят, что она угрожает самому и существованию всяких блогеров, таких болтунов, которые изучать ничего не хотят, а хотят только дискутировать. Мы не против дискуссий, если надо, и подискутируем, но это не самая задача. Это самая задача углубиться, собственно, в теорию. И вот мы остановились с вами на довольно сложном таком вопросе, на трудном таком месте, на том, что такое суждение. И сложность-то в чем? Не просто запомнить всякие определения, а понять, что вот это суждение появилось как очередная категория в развитии системы категорий науки и логики. Что ей предшествовали? Ей предшествовали категории сферы бытия, потом снятие бытия, переход к сущности, категории сферы сущности. И вот теперь мы, вооруженные всеми этими категориями, должны рассматривать то, что здесь рассматривается, как то, что включает в себя, в свое содержание, каждая эта категория, в том числе, когда мы говорим о суждении, не то, что, вот, дескать, какое-то слово, которое называется субъектом, есть какое-то слово, которое называется предикатом, это Гегель так говорит, это название.
Одно дело название, а другое дело философские категории, которые вот они получились в результате этого всего движения, и все содержание этого движения в себя включает. Перед началом нашего кружка я старейшего нашего члена кружка спросил, ну, так сказать, вот в присутствии товарища Восковского. Думаю, сейчас он не ответит. Он взял и ответил. Значит, суждение, что такое суждение? Учение. Суждение, да. Учение. Суждение. Суждение. А, суждение – это положенное в самом понятии определенность понятия. Вот так. Положенное в самом суждении определенность понятия. А что такое положенное, мы с вами знаем. То, что есть вместе с отрицанием. Не просто есть, а оно, значит, его отрицает, оно отрицает то, что его отрицает. То есть оно прочно здесь находится, находится в движении, положенное. Это раз. В самом суждении, положенное в самом понятие. Понятии. В понятии. Мы же в сфере понятия находимся. Давайте не будем забывать, что мы находимся в сфере понятия, а понятие – это снятая сущность и возвращение к бытию. А мы хотим просто говорить о каких-то словах, так сказать, там субъект, предикат и понять. Тогда мы ничего не поймем вот этой диалектики. И это определенность понятия. Что значит? Мы занимаемся понятием, вот одна из его определенностей. Какая? Суждение. А определенность что такое? Это отрицание. Правильно? То есть не просто вообще понятие, а понятие с отрицанием, определенное понятие. Вот мы берем это понятие, которое начали изучать, и вот в числе первых получаем суждение, в числе первых категорий. И вот мало того, что это вот так говорится, еще тут, как подчеркивается у Гегеля, вот на странице 51 нашей книги, субъект как единичное выступает ближайшим образом как сущее. Как сущее – это то есть бытие. Сущее – это то, что непосредственно. Или для себя сущее, согласно определенной определенности единичного, как некоторый действительный предмет, хотя бы он и был лишь предметом представления. Действительность, вот категория действительности – это уже категория сферы сущности. То есть как сущее, потом как действительный предмет. Хотя бы он и был лишь предметом представления, как, например, равность, право, соответствие и тому подобное. Предмет, о котором судят. То есть определенность, о котором судят. Напротив, предикат, как всеобщее, выступает какая-то рефлексия. Это из какой книги рефлексия? Из второй книги «Учения о сущности». Рефлексия о предмете суждения, или же вернее, как его рефлексия в себя самого, выходящая за пределы указанной непосредственности, снимающая определенности как всего лишь сущее. Предикат выступает как его в себе бытие. А в себе бытие – это мы рассматривали учение о бытии. Поскольку суждение исходит из единичного как первого непосредственного и возводит его через суждение во всеобщность. Вот тут получается, что вот суждение, оно как бы соединяет бытие и понятие. Исходит из субъекта, из единичного, как первого непосредственного. А что такое первое непосредственное? Бытие. И возводит его через суждение во всеобщность. Значит, более того, поскольку я готовился к кружку, я обязан готовиться, то я, значит, нашел такое место, где говорится о том, что в чем противоречие этого самого суждения. Ну, что такое форма суждения? Да понятно, субъект есть предикат. Тут, как говорится, тут не, вроде совсем все просто. А в чем противоречие-то? Вот на странице 53 этого издания там пишет Гегель. Субъект есть предикат. Вот что ближайшим образом высказывается в суждении. Обратите внимание, ближайшим образом. Это не значит, что это все вы про это сказали. А то, что ближайшим образом, да? Вот. Но так как предикат не должен быть тем, что представляет собой субъект, они же различаются, вы же различаете субъект и предикат. Предикат не должен быть тем, что представляет собой субъект. То получается противоречие, которое должно быть разрешено, должно перейти в некоторый результат.
Вот и сформулировано противоречие субъектом и предикатом. То есть вот такая формула: субъект есть предикат, это выраженное в виде суждения противоречие. И мы как бы с вами сейчас вернулись к учению о сущности. И разбираться будем с этим. Раз это противоречие, то значит оно должно там двигаться должно. Оно должно перейти в некоторый результат. Но вернее будет сказать, что так как в себе и для себя субъект и предикат составляют тотальность понятия, а мы это с вами в прошлый раз разбирали, целостность понятия и это, и субъект целостность, и предикат целостность. А суждение есть реальность понятия? Суждение – это каждый по отдельности тотальность понятия, а суждение – это реальность понятия. А реальность – это что значит? То поступательное движение суждения есть лишь развитие. В нем уже имеется то, что в нем обнаруживается. И доказательство есть постольку лишь показывание, рефлексия, как полагание того, что в крайних терминах суждения уже имеется налицо. Ну и само это полагание уже имеется налицо, оно есть соотношение крайних терминов. Ну вот когда получаешь такого рода замечания или такие вот высказывания Гегеля, видно, что Гегель старался как-то это пояснить, разъяснить, рассказать, что здесь делается. Иначе это непонятно. И в этом смысле можно сказать, что наука логики методически продумана очень глубоко. Хотя не все сразу понимают, как она устроена, потому что в начале каждого раздела сначала идет планчик. Что там в нем будет излагаться. Люди, которые этого не поняли, они, видимо, думают, что они вот с первого раза поймут. А если человек уже не первый раз читает, он понимает, что вначале идет вот только бездоказательное изложение того, что будет тут сделано в этом разделе. А человек ищет тут доказательства и ломает голову и не может найти. И он как бы тут не ломал, и не найдет. Надо пойти дальше. А потом, то есть как бы он всегда это рассказывает кратко, а потом идет все это с выведением, с доказательством. Потом снова кратко, в следующем разделе, снова с выведением доказательств. Вот, то есть, вот осуждение каково, оно непосредственно. А вот дальше идет деление. На странице 53, науки логики вот в этом издании. Так. На странице 53 говорится, суждение, каково оно непосредственно, есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Что значит ближайшим образом? Значит, не всякое суждение – это суждение наличного бытия. Сначала суждение наличного бытия, а потом идет переход к другим суждениям. Его субъект есть непосредственно некоторое абстрактное, сущее, единичное, а предикат – некоторая непосредственная определенность или свойство субъекта. Нечто абстрактно всеобщее. То есть он говорит, что я буду начинать опять с простого. Начнем мы с самого простого суждения. Может быть, оно вам и не покажется простым, но все равно мы начнем с простого. А потом, так как качественное в субъекте и предикате снимает себя, то определение одного ближайшим образом светится в другом. Таким образом, суждение есть, во-вторых, суждение чего? Рефлексии. Почему? А потому что там, где светится, там вот рефлексия – это что такое? Это отрицание. Это отражение. И вот все надо взять с отрицанием, как отраженное. А если как отраженное, значит, это уже суждение рефлексии. То есть он эту классификацию не по принципу первое, второе, третье делает. Что давайте я просто так. А с учетом вот этого движения, которое уже имело место. Дальше. Но это скорее внешнее синтезирование переходит в существенное тождество. Существенное – это уже относится к чему? Существенное, несущественное – это тоже к учению о сущности относится. Некоторые субстанциальные, а субстанция – это самый последний раздел учения о сущности. Необходимые связи. Таким образом, суждение есть, в-третьих, суждение необходимости. И вот мы уже подобрались, можно сказать, там только было рефлексии, то есть существенное, это самое начало учения о сущности, а тут самый конец учения о сущности, субстанциальное, уже переходящее в понятие. И, наконец, в-четвертых, хотя кажется, откуда четыре, да было всегда три, а тут четыре, а потому что две точки поставлены такие логические на
учение о сущности. В-четвертых, так как в этом существенном тождестве различие субъекта и предиката стало формой, то суждение становится субъективным. Оно содержит в себе противоположность понятия и его реальности, их сравнения. И это суждение понятия. Ну, и потом он нам показывает дорогу к будущему. Это выступление понятия обосновывает переход суждения в умозаключение. И вот нам, так сказать, обрисована та дорога, по которой нам дальше надо будет идти. Ну, а вот дальше он уже переходит к подробностям. Суждение. А. Суждение наличного бытия. Да? Дальше смотрим. Если А, то надо смотреть, какое будет Б. Какое будет Б после наличного бытия? Б. Суждение рефлексии. Дальше смотрим, какое будет С. С. Суждение необходимости. Ну и Д, как мы понимаем. Он же, собственно, это нам только что сказал. Это будет суждение понятия. То есть мы вот это вот мы еще не изучали, как бы не изучили, но мы уже вот эту логическую структуру уже можем понимать, что так пойдет. Соответственно, внутри каждого такого разделчика будет свое деление. Вот, например, положительное суждение наличного бытия. И это можно делать, всех призываю, кто сейчас и слушает, и смотрит, это проделать. Вот суждение наличное, давайте под буквой А посмотрим, какое там деление. А. Положительное суждение. Б. Отрицательное суждение. Вас удивляет, что за положительное идет? Это никого не должно удивлять. Это понятно и просто. Правильно? Что идет после положительного отрицательного? Интересно, да? Бесконечное суждение. Сразу не додумаешься. Всего три деления, три части. А вот суждение рефлексии, до которого мы еще не добрались сегодня, не доберемся. Суждение рефлексии. Сингулярное суждение. А сингулярное, это всегда научно говорят, что это единичное. Сингулярное. Точка сингулярности. И так далее. Это то, для тех, кто, кого хотят запугать наукой какой-нибудь. Дальше. Партикулярное суждение. Б. Для тех, кого не запугало сингулярность. Да. Но для того, чтобы вы почувствовали себя хорошо, С – универсальное суждение. Универсальное суждение. Быстро. И вот… Еще быстрее. Да. Быстро, как вы только можете. Да. Еще быстрее. И еще быстрее. С – суждение необходимости. Вот большое С. А там какое? Категорическое суждение. Вообще-то мы слышали вроде такие слова-то, мы все слышали, правда? Это многие любят. А? Многие любят. Очень. Категорическое суждение. Да. Разделительное суждение. Или Вера, или Надя, или Люба. Гипотетическое. А, пропустил. Гипотетическое суждение. Гипотетическое, понятно, мы тоже понятно все. Гипотетическое суждение. А разделительное это дизъюнктивное, например, другое. Да? Ну да, ага. Конечно. Дизъюнктивное это разделительное, да, С. И. Разделительное это не. Все. Тоже три. Обратите внимание. Триада. Д. Суждение понятия. Ну, как вы тут деление мы увидим. Ассерторическое суждение, проблематическое суждение и аподектическое суждение. Поскольку вот мы несколько раз с Дмитрием Юрьевичем Пучковым делали такие разведопросы по диалектике, а он каждый раз начинал: «Я вас категорически приветствую, я вот наконец подготовился, я вас категорически приветствую», а я говорю: «А я вас приветствую аподектически». И даже объяснил, что субъект аподектического суждения – дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Не просто дом хорош, а вот устроенный, построенный так-то и так, так-то и так-то оборудованный хорош. Это аподектическое суждение. Поступок, носящий такой-то и такой-то характер, справедлив. Имеет в нем, во-первых, всеобщее, то, чем он должен быть, во-вторых, свой характер,
Последнее содержит в себе основание. Почему весь субъект обладает или не обладает некоторым предикатом? То есть он основательное такое суждение, аподектическое. Хотя вот люди, которые смотрят на некоторые надписи, которые бывают на газонах, что вот заходить на газон категорически запрещено. А чем это отличается от запрещено? А это категорически запрещено. Это значит для тех, кто не любит деревьев. Надо, мы сейчас делаем новые таблички, будем там вставлять. Аподектически запрещено, ассерторически запрещено. Народ будет бояться вступать. А вдруг там мины? Да, представляете, если ассерторически запрещено. Так что мы много пользы извлечем. Так, ну вот, и мы тем самым с вами совершили переход. Какой переход? Переход к суждению наличного бытия. А как состоялся наш переход? Наш переход состоялся так, что мы рассмотрели, во-первых, то обстоятельство, что суждение само по себе – это не просто, так сказать, название такой фразы, там, субъект из предикат, а это продолжение развития тех категорий, которые были до этого в предыдущих томах. Раз. Второе, мы сформулировали, что тут есть противоречия, потому что есть единичные, а есть всеобщие, они друг с другом. У них есть тождество и есть противоположность. Тут есть противоречие. Есть единство и борьба в противоположности. Это уже единство и борьба логическая, но она есть. И поэтому, значит, мы это тоже сделали. А дальше мы, прежде чем начать углубляться в какую-то подробность, вроде суждения наличного бытия, мы сначала сделали обзор. То есть, если вот, скажем, врач, так сказать, обследует больного, то прежде чем, так сказать, заняться каким-то конкретным лечением, он, наверное, и температуру, наверное, выяснит, и общие анализы сделает, чтобы видеть общую картину. А потом только, скажем, если это врач какой-то определенной специальности, он будет заниматься вот именно тем, что в данном случае необходимо. Вот так и здесь. Мы, прежде чем мы приступим к чему-то, мы должны видеть целое. Мы зачем целые занятия посвятили тотальности? Надо ведь заниматься целым. Вообще диалектика все время занимается целым. Развитие идет от части к целому или от целого к целому? От целого к целому. Ребенок развивается там не так, что вот рука, потом желудок, потом нога, потом голова. Или, хотя я спрашивал, но я понимаю, мужчина не отвечает правильно, женщина не отвечает правильно, от части к целому. А потом ругаются еще и на диалектику. Ну как? Если даже это усвоишь, идет развитие от целого к целому. И вот мы видели, у Гегеля говорится, что тут идет развитие. Развитие, что так как в себе и для себя субъект и предикат составляет тотальность понятия, а суждение есть реальность понятия, то поступательное движение суждения есть лишь развитие. А если есть лишь развитие, то это ничего снаружи не берется и никуда, так сказать, к внешнему это не выходит, потому что здесь весь все, тотальность, целое. И вот в рамках этого целого идет развитие. И в рамках этого целого, когда мы с вами двигаемся вот так вперед, разбираем, это все то же самое целое, но только А, вот это латинское, это более простое, чем Б латинское, чем С латинское, чем Д латинское. И причем, но не просто более простое, а здесь в нем повторяются все те категории, которые были в предыдущих томах. Сначала наличного бытия, потом пошло сущность, потом в сущности первая точка, существенная, и последняя точка, субстанциальная, поскольку сущность в середине. Поэтому вот сначала вот мне, например, было непонятно, как все три ряда, тут четыре. Ну все, тут как-то можно остановиться, сказать, доказывал, что три, 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 а тут четыре. Но это же внутреннее, значит, надо от бытия перейти к сущности, а потом из сущности надо выйти опять к бытию. Один раз мы от бытия переходили к сущности, а потом от сущности снова к отрицанию сущности, то к бытию, но уже как такому, которое не непосредственным является, а результатом снятия сущности. И, наконец, суждение понятия. Вот скажем, когда люди говорят, я не понимаю, что написал Гегель. Ну, мы можем многого не понимать. Вот мы еще с вами ничего тут не разбирали.
Но мы уже понимаем, как идет это движение логическое. Над чем Гегель-то бьется? Не над тем, что, так сказать, в формальной логике. Там вот просто дается классификация. Есть такие виды суждений, их по клеткам разобрали, и запоминайте. Нет, у Гегеля это не так. Гегель должен показать, как они между суждениями. Это деятельность мозга человеческого, это постижение в понятиях. Он даже говорит, что если у вас встает вопрос о соответствии понятия объекту, если понятийное является предикат субъективный, а единичное – объективное, так тогда это у вас вопрос об истине, о соответствии понятия объекту. Вот уже в предыдущих страницах это есть. Поэтому это очень важно. И это объясняет, с одной стороны, почему так вот долго он с этим тут возится, потому что это сложно само по себе. А во-вторых, почему это так важно? Потому что это важно, потому что иначе у нас нет вот глубины понимания того, как человек постигает мир. Потому что постигает он мир в понятиях. А понятия вот тут начинают рассматриваться в своем развитии, в суждениях, которые есть определенность. А как вы неопределенно возьмете понятие или определенно? Определенное. Определенное понятие – это вот суждение, как правильно сказал Константин Константинович, когда его спросил, что это такое. Вот. Так, ну вот что мы тут можем, ну, сказать, определить, найти вот, в подходе. Еще, опять-таки, в введении к этому рассмотрению суждения наличного бытия. В субъективном суждении стремятся видеть один и тот же предмет двояким образом. Один и тот же предмет двояким образом. Во-первых, в его единичной действительности, и во-вторых, в его существенном тождестве или в его понятии. Ну, если мы вернемся к тем примерам, которые мы с вами приводили, что вот, скажем, возьмем единичное яблоко, то яблоко, которое я держу в руке, оно единичное, так? А это вот его единичная действительность. А когда я говорю, это яблоко, что я этим самым скажу? Я вот этот единичный предмет подвожу под всеобщность, потому что кроме этого там есть особенное, которое мы пропускаем, что это яблоко, допустим, ранет. А оно вообще яблоко. То есть оно всеобщее. И оно подводится под всеобщее. Вот это и есть понятие. Что вот это яблоко, что вот этот единичный предмет, который у меня в руке, он есть яблоко. Яблоко вот это конкретно, мое яблоко, это яблоко. А не груша, не слива и не другой какой предмет. Это единичное, возведенное в свою всеобщность. Или еще то же самое, всеобщее, сделанное единичным. В обратную сторону смотрим. Вот оно всеобщее. Яблоко? Так вот, посмотрите, вот оно. Мы уже как единичное. Не яблоко, как только яблоко, как некое всеобщее, которое может реализоваться в каком угодно яблоке. И в какого угодно, так сказать, сорта, и какого угодно вида. Но это уже единичное яблоко, но это яблоко. Поэтому вот оно. Поэтому в одну и в другую сторону. Значит, всеобщее сделано единичным, пришедшее в свою действительность. Суждение есть таким образом. Истина. Причем истина не в таком буквальном смысле, что вы все поняли. Мы все поняли, а в том смысле, что по определению истина – это ответствие понятия чему? Объекту. А если есть объект и его понятие, то это всеобщее. Так вот, если вот так получилось, что вот этот объект есть, вот это всеобщее, так это и есть высказывание об истине. А люди говорят, что он такой истинный? Да. Соответствие понятия объекта. Ибо оно есть согласие понятия и реальности. Ну, в таком варианте. Прямо здесь написано. Ибо оно есть согласие понятия и реальности. Есть понятие яблока, а есть яблоко реальное. Да. Понятие яблока в голове, но оно не только, а всеобщее, конечно, не только в голове, оно и в жизни. Потому что яблоки это есть. Потому что любое яблоко это яблоко. А это конкретное яблоко, единичное, всеобщее. Но не таков характер суждения с самого начала. Это нас удивляет, что вот он это вот сказал,
Ну, с самого начала это не таков характер суждения, истина. И нам еще добираться до него надо. Поэтому и курсивом выделяет. Ибо сначала оно непосредственно. Непосредственно сказали и все. Суждение. Субъект есть предикат. Поскольку в нем еще не получилось рефлексии и движения определения. Это непосредственно сделает первое суждение суждением наличного бытия. И он объяснил, почему он так назвал. Не потому, что он так имеет право назвать, как автор там, философского труда, а потому, что это так есть по сути дела. Которое можно также назвать качественным суждением. А почему качественным? Потому что качество – это определенное ставшее, которое берется как бытие, как позитивное, как положительное. Которое можно также назвать качественным суждением. Однако лишь постольку, поскольку качество не только принадлежит к определенности бытия, но также включает в себя и абстрактную всеобщность. Почему про качество можно так сказать? Да потому что качество есть отрицание. Как угодно можно отрицать. Со стороны всеобщности можно отрицать, поэтому вот бытие, оно и есть бытие. А когда вы берете качество уже, то есть определенность, которая выступает как бытие, правильно? Потом уже раскрывается, что качество может быть и реальностью, и отрицанием. А оно берется как положительное. Однако лишь постольку, поскольку качество не только принадлежит к определенности бытия, но также включает в себя абстрактную всеобщность, которая равным образом имеет в силу своей простоты форму непосредственности. Вот можем считать, что мы сейчас как бы снова проходим тот раздел наличного бытия и об определенности, и о качестве, которое тоже выступает. Качество, будучи отрицанием, определенность же это отрицание, а вот это отрицание, которое берется не как отрицание, а как положительное, называется качеством. И вот мы уже понимаем, что если мы там не поняли, что такое качество, или там не разобрали, не заучили, а как мы здесь будем понимать? А если мы там разобрали, то здесь, может быть, мы и поймем. Так. Однако лишь постольку, поскольку качество не только принадлежит к определенности бытия, но также включает в себя абстрактную всеобщность, которая равным образом имеет в силу своей простоты форму непосредственности. Дальше вот он говорит, суждение наличного бытия есть также и суждение присущности, так как непосредственность есть его определение. А в различии субъекта и предиката субъект есть непосредственное. Субъект есть непосредственное. И вследствие этого первое и существенное в этом суждении, то предикат имеет форму чего-то несамостоятельного, имеющего свою основу в субъекте. Вот тут они как бы расходятся. Субъект и предикат, суждение присущности, можно его также рассматривать. Что присуще этому единичному? Это оно может быть яблоко, это может быть груша, это может быть мячик резиновый, и не обязательно резиновый, это просто мячик. А вы взяли резиновый, а этот мячик может быть и кожаный, мячик может быть и цельный, или шарик это может быть. Вот, то есть здесь уже он, ну, то есть нас как бы предупреждает, что мы не обязательно вернемся совсем в сферу наличного бытия. Потому что о присущности можем мы говорить только, если мы еще опираемся на сферу сущности. То есть, если мы сидим на этой высоте, если уж мы добрались до понятия, то, значит, будем пользоваться категориями не только сферы наличного бытия. А если мы будем пользоваться только категорией сферы наличного бытия, давайте спустимся с горы и займемся первой книгой «Учение о бытии». Вот, примерно такая получается картина. И вот... Все это, так сказать, предупредив читателя о том, как надо рассматривать суждение наличного бытия, он начинает с чего? А. Положительное суждение. Вот если он пишет А. Положительное суждение, это сказал он что-нибудь про положительное суждение? Нет. Имеется в виду, что в этом разделе это будет выведено. Правильно? А не так, что вот если положительное, ну в математике обычно так, теорема, а потом ее доказывают. Здесь... Ну, просто заголовок, который говорит о том, что будет сделано вот в этом разделе. А этот раздел, посмотрите, 1, 2, 3.
на три части разделен, как всегда. Бытие, отрицание и отрицание, отрицание. Первое, второе и третье. И уже человек, если он на ранних этапах это замечал, присматривался, здесь он уже не может этого не видеть. И, соответственно, это облегчает понимание. Смотрите, вот положительное суждение. Допустим, я ничего не понимаю, но я вижу цифру 1. Я не считаю это. Дохожу до цифры 2. Потом смотрю дальше и нахожу цифру 3. А после 3 уже все должно закончиться. Оно и заканчивается. Что тут сложного? 1, 2, 3. Осталось теперь цифру просчитать. Что там про цифру 1 написано? Что между цифрой 1 и 2? Что между цифрой 1 и 2? Вот, вот решение, Валерий Александрович. Вот я и забыл сказать, что я старости кружка вот сегодня передам эту книгу, пока она в дефиците. А потом уже никого не удивишь этим дефицитом. Так, ну вот, что написано под цифрой 1? Субъект и предикат, как было указано, суть ближайшим образом названия. Ну вот, тот, кто не читал науку логики, не изучал, он такие вещи сначала не замечает, что это ближайшим образом. Это не значит, что это всегда так. Это ближайшим образом название. А на самом деле это только ближайшим. Это не название. То есть тут сидит отрицание этого. Вот ближайшим образом я животное. Ну там, если подробности какие-то указывают, то я, значит, общественное, трудящееся, говорящее, разумное. Ну зачем вам подробности вначале? Пока я вот, говорит, представьтесь, и животные. Как вас представить? Я что-нибудь неправильно сказал? Все правильно же, да? А сущность ваша? Ваша сущность, товарищ Росковский, почему? Вот, видите, у него общественная сущность. Он уже из животного мира выбрался. Но хоть вы и сущность ваша, а бытие, это все равно ваши животные. Просто вы хотите навечно остаться в памяти народной, я понял. Я теперь понял, почему, как бы, начинают представление членов парламента с полных членов. Да? И все, а дальше пояснили. Это бытие такое. Но не все соответствуют этому понятию, например, объекта. То есть, если у нас, как бы, основа животное, то там основа другая. Да, субъект и предикат, как было указано, суть ближайшим образом названия. Действительное определение которых, определение этих названий, получается лишь в ходе суждения. То есть все связано с выведением, с движением, а не с тем, что вот я сюда раз и истину выдаю какими-то такими кусками, порциями. Но как сторона суждения, которая есть положенное определенное понятие, вот откуда взял товарищ Шабасов, вот его, знаешь, как он выхватил, положенное определенное понятие. Они обладают определением моментов. Почему положенное? Ну, потому что сразу расположено, значит, с отрицанием. Значит, один другой отрицает. Значит, это моменты, а не просто что вот рядом стоящие. Вот вообще Гегель ненавидит и везде преследует рядоположенность. Что вот такой вот, это одна книжка, это вторая книжка, это третья книжка. Здесь это не моменты, а моменты, когда они в одном противоречии, стороны, и поэтому... Это два движения, два противоположных движения в одном движении. Вот что такое момент. Вот они тут и как моменты представляются. Моментов последнего. Они обладают определением моментов последнего. Однако в силу непосредственности эти определения еще совсем просты. Еще совсем просты. Что значит еще? Ну, потому что в этом изложении мы еще до этого не дошли. Пока они просты. Но вас уже предупреждают, что они совсем просты пока. Дескать, ну вам же сложно сразу не объяснишь, но пока вот простое. Пока возьмите простое. Отчасти не обогащены опосредствованием. Отчасти не обогащены. Отчасти же носят ближайшим образом характер абстрактной противоположности, представляя собой лишь абстрактную единичность и всеобщность. Ну и действительно, когда еще человек не разобрал, не рассмотрел, не продвинулся, это для него абстрактная единичность, всеобщность и в их соединении через связку. И все. Ну вот мы дошли до того, что надо уже изучать по тексту, правда? Что, наверное, мы сделаем задачей вот полумесячной задачи до следующего занятия. У нас
каждое занятие проходит через полмесяца. Вот, мы все время продвигаемся вперед. И тот, кто сомневается, что мы продвигаемся, он должен заметить, что вот даже ближайшим образом, если посмотреть, видно, что это, между прочим, третья книга. А за плечами у нас уже две книги. «Учение о сущности» предыдущее и «Учение о бытии». Но я думаю, что все заметили, что и движение надо здесь у нас более медленное. Почему? Потому что более сложные категории. Если и более сложные категории, приходится затрачивать на это больше времени и больше внимания уделять устройству этих категорий. Вот. Потому что стремиться вот во что бы то ни стало пробежать, ну, ничего плохого нет в том, чтобы кто-нибудь из членов нашего кружка или тех, кто непосредственно присутствует, или тот, кто не присутствует, а смотрит эти занятия, а занятия смотрят более 1000 человек. Ничего плохого нет в том, чтобы вы прочитаете до конца, потому что тогда вам легче будет снова вернуться и двигаться. Потому что то, о чем говорил Ленин, что я не просто читаю, я его штудирую. А что такое штудирую? Штудирую, значит, возвращаюсь к тому, что уже проходил, повторяю, потом снова иду вперед, если надо, еще возвращаюсь и так далее. То есть нельзя понять новую логику вполне, если вы не будете возвращаться к пройденному. Потому что пройденное – это основание для того, что вы сейчас рассматриваете. А если это основание, оно включено в то, что вы сейчас рассматриваете. Поэтому если вы продвигаетесь вперед, значит, вы должны возвращаться назад, чтобы в этом более высоком, более развитом увидеть то, что уже в нем потонуло. То есть в снятом виде присутствует. И это совершенно нормально. И получается, что мы вынуждены, двигаясь вперед, возвращаться к тем категориям, которые вроде мы прошли и забыли. И не можем их забыть, потому что они здесь все включены. Вот все включено у Гегеля. Вот единственная есть книга, в которой все включено. Сколько не делают этих на курортах этих систем, все включено, но там не все включено. А вот тут все включено. Кому нравится все включено, тот должен изучать науку логики Гегеля. Это должно понравиться некоторой категории лиц, правда? Сейчас для многих весь мир перевернули. Приезжает человек, смотрит, все включено. А так, а ему дают перевернули. И в бочку на берегу моря. Ничего, говорит, Диоген в бочке жил, и вы поживете. Что вам еще надо? Солнце есть? Есть. На обед ты понятие науки. Приходите после обеда, там что-нибудь останется на столах. Вот, так что пожелаю вам дальше, товарищи, двигаться, значит, верным курсом, потому что курс у нас основательный. Вот, и, так сказать, несмотря на всякие там нападки, которые бывают, можно только сказать, что попробуйте сделать что-нибудь хорошее, и у вас обязательно появятся противники. Это уж точно. То есть, раз они появились, значит, что-то хорошее? Значит, да, безусловно. А если вообще противников нет, значит, вы не определили еще свою линию. Вы еще и какое-то неясно, как на вас посмотреть. А если вы уже занимаетесь, то есть же представители других позиций, других линий, естественно. Но судьба их тяжелая, потому что ну, более основательного произведения, на котором можно строить теоретическую, политическую и практическую борьбу, просто нет. Их просто нет в мире, как факт. Поэтому противники этого вот подхода, этого метода, этого способа, они заранее обречены на поражение. Но это не мешает им приобщаться к чему? К тому, чтобы за счет использовать этот интерес к диалектике Гегеля, чтобы представить себя как смелого человека, врага. Он взял и наскочил на тех, кто занимается диалектикой, и обругал их. И о нем все узнали. А что о нем узнали? Что он глупый там, или что он дурной. Гегель обычно говорит, что он просто дурной. Особенно он на этом не останавливается. Человек, а что такое дурной человек? Человек, не отвечающий понятия человека.
Вот и все. То есть он не может постигать истину. А как он может постигать истину? Можно ли без диалектики постигнуть истину? Нельзя. Во всяком случае, этого нельзя сделать в общественных науках. Спасибо за внимание.